В марте этого года закрытый полигон ТБО Парфенова вновь оказался в центре внимания общественников. Они заявили об образовании нового мусорного навала. Администрация Сергиево-Посадского городского округа незамедлительно предприняла меры. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерством экологии совместно с администрацией городского округа проводятся необходимые проверочные мероприятия. Министерством экологии подготовлен пакет документов о результатах проведенной ими проверки соблюдения законодательства в сфере экологии для направления в правоохранительные органы с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела по выявленным фактам нарушения закона. Проверки по данному земельному участку 9,5 гектаров проведен. Проводила МинЖКХ, проводила Минэкология совместно с нами, с прокуратурой, с УВД. Все документы, все материалы были переданы в прокуратуру. Прокуратура был собран материал и передан в Следственный комитет. И вчера возбуждено уголовное дело по статье 247 части 2 Уголовного кодекса по факту размещения на данном участке мусора, незаконного размещения мусора. Мы именно из-за этого включились в эту проблему, в эту работу. Мы проводили множественные проверки, которые были проведены за последний год на этой территории. И, естественно, наша задача – ликвидация именно тех навалов, которые сейчас есть на этой территории. Нас эта ситуация очень заботит, очень волнует. И я надеюсь, что в ближайшие сроки по данным материалам уголовного дела будет уже принято какое-то решение. Сейчас будет идти следствие, о котором нас может рассказать уже потом пресс-служба Следственного комитета.